14 года пошел воевать. Воевал, 3 года отвоевал, в 17 году арестовали, посадили по 127 части, это части статьи, вернее, это похищение человека. Мне был дан приказ на задержание человека, по итогу потом это перекрутили и сделали как похищение. Помог другу, ему там друг передал, занимал деньги, попросил помочь забрать. Забрал, получился разбой. Да как и многие, встал на защиту русского народа от фашистского режима еще в 14 году. Потом у нас в республике началась смена власти, стали неугодными, наверное. Сел в тюрьму на 3,5 года. Вот сидел я 5,5 лет по... Начало спецоперации, там прошло какое-то время, там месяца 4, наверное, 5. Ну и добровольцев с тюрьмы начали добровольно призывать. Ну, добровольцем пошел.
В январе заканчивался у меня срок, оставил 3 месяца в лагере, написал заявление о добровольце, помощь Донбассу. Так я оказался в ополчениях рядах. Победа за нами по-любому.